В день памяти жертв депортации крымских татар в оперном театре в Киеве состоялся торжественный концерт, а в центре украинской столицы прошли массовые мероприятия в памяти десятков тысяч жертв этой трагедии. Более 200 тысяч татар были депортированы из Крыма с 18 по 20 мая 1944 года. «Украина и весь мир не могут допустить повторения этой трагедии», заявил украинский президент Петр Порошенко. «Крым был и остается частью Украины. А преступников мы заставим вернуть то, что у нас было отнято». В марте 2014 года, после присоединения Крыма к России, президент Владимир Путин указом реабилитировал крымско-татарские и другие депортированные народы. Джамала выступила на Евровидении, она доказала, донесла до Европы и до мира короткий месседж своей песней. И как мы видим, ее поддержала Европа и мир победой. На митинге в Киеве выступил лидер запрещенного в России крымско-татарского меджлиса Рифат Чубаров. Власти Крыма предложили объявить 21 мая днем объединения всех крымских народов.